Единственный в мире медицинскому центру, который строится в Ульяновской области, нет аналогов не только в России, но и в мире. Лечиться в нем будут не только ульяновцы. Объем финансирования проекта – более 20 миллиардов рублей. Только на квартиры для работников центра потратят 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Сергей Морозов посетил достраивающийся медицинский объект. Масштабы строительства, важность стройки в черте города Дмитровграда для России собрали самых первых лиц региона. Нужно не только построить и оснастить центр, нужно подготовить специалистов, обеспечить им достойное качество жизни. Все это проблемы, требующие комплексного подхода. Однако самым важным пока остается вопрос о дате его открытия. Мы сдаем это 25 декабря этого года. Мы все корпуса полностью все сдаем. Потом получает там лицензию медицинскую, там какой-то срок, и в зависимости от того, как лицензию, начинает принимать больных. Прогрессивные методы лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний станут доступны для жителей региона, Приволжского федерального округа и России, по прогнозам, уже летом следующего года. Вузы страны, такие как Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, МГТУ имени Баумана и многие другие, уже готовят специалистов для работы в строящемся центре. Регион готовит специалистам достойную встречу и условия. Мы согласовывали наши дальнейшие действия, взаимодействие структур ФМБА России и структур системы здравоохранения Ульяновской области. Мы нашли полное взаимопонимание по многим вопросам. Занимаемся кадровыми вопросами, занимаемся вопросами организации медицинской помощи для блага жителей города Дмитровграда и Ульяновской области. Кроме научной, имиджевой и медицинской полезной нагрузки, центр – это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, даже дорог. Но об этом в следующих сюжетах. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости «Ульяновской правды».